Лекция номер четыре. Мы с вами сегодня обсуждаем алгоритмы, в которых будет использоваться запоминание в список. Ну, если в потоковых алгоритмах, в которых была последовательность, мы делаем стат-выжимку некоторую, да, или наоборот мы там генерируем последовательность, я не концентрировался на запоминании, да, и более того, оно еще и я говорил лишнее. Да, то есть, если только возможно обслужить поток и посчитать этот выжимку, не запоминая все, всю эту последовательность, это хорошо. Потому что тогда мы можем поставить условно очень простое устройство, которое аккумулирует в себе, там, ну, суммирует, там, произведение накапливает или там, конъюнкцию всех логических условий. Короче, и ради этого существует такой механизм в питоне, в, сейчас, в современном C++ он тоже есть, 20 -го года стандарта, это сопрограммы. Вот. Я не буду сейчас углубляться в этот синтаксис. Не нужен нам он сейчас. А что нам сейчас нужно? Перейти к новому этапу и к новым задачкам, в которых запоминание данных является насущнейшей необходимостью. Неизбежно. Вот. Так, ну я, пожалуй, где-то черту себе условно половину доски, чтобы пере пере перебегать. Значит, а эту половину еще условно наполовину. Итак, я ставлю задачу следующего характера. Значит, первая задача. Ну, ладно, наполовину, пожалуй, так. Значит, задача номер один. Первое число дана последовательность чисел, да? Дана последовательность чисел. Надо было посередине писать, потому что общее. Да, и там и там. Ладно, два раза напишем. Дана последовательность чисел. Значит, какая задача? Надо вывести на экран, вывести, ну, выходящий поток, да, ну, условно стедаут, да, вывести первое число, последним, абсолютно симметрично, вывести последнее число первым. несмотря на то что очень похоже формулируются задачки но а, и скорость решения она одинаковая ну то есть нам в целом n операций нам понадобится и там и там ну пропорционально n но есть очень существенное отличие по памяти а именно представим себе вот эти числа которые поступают x1 x 2 x 3 x 4трата та 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 там -та -та. xn минус 1 xn Да, и, ну, я их, допустим, по одному беру, да, не, не сразу все, а по одному беру из потока, да, могу брать по одному. И здесь, соответственно, x1, x2, x3, тра -та 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 -там, xn-1, xn. Соответственно, итогом здесь должно быть, что у нас первое число должно быть выведено последним. Таким образом, да, у нас произойдет сдвиг как бы это, влево условно, n минус 1, x n -1, да, и x1, а вот он в конце выведен. Что для этого фактически надо? Ну, я сейчас не вдаваясь в подробности, условно n мне это известно, брать буду, как будто с новой строки для простоты, типа int-input, да, условно, я беру первое число, запоминаю фактически в некоторую временную переменную. Да? После чего я n минус один раз беру число из потока вода и распечатываю сразу без задержки, да? Взял, бросил, взял, бросил, взял, бросил. Только один первый предмет, первое число прикарманил в темп, да? Соответственно, дальше побежал цикл for i in range n минус один раз я достаточно одной переменной, в которой я буду считывать очередное число, да? тут же его печатать. Слушайте, зачем переменная? Я мог бы по-питоновски прям сразу print и <laughs> input писать. Ну уж простите, я все-таки так сделаю. Да и, собственно, int в каком-то смысле лишний. Я сейчас абстрактно, можно любой там объекта поступающий. Да? Сейчас не в этом речь. Самое главное – логику понять. Да? И только в конце однократно я выплевываю этот самый tmp. Да? Вопрос, сколько памяти мне понадобится? Ну, условно, две ячейки. Одна, чтобы первое значение похоронить, и вторая временная на то, чтобы вот -вот пробрасывать. Ну, она именованная, не именованная, она все равно нужна. А вот в этой ситуации, когда последнее число нужно вывести первым, вопрос, а я пророк? Откуда я знаю, какой оно будет? меня сейчас, у меня сейчас предстоят вот эти числа. Представьте себе реальную ситуацию. Это не а, файл, который уже хранится на диске, и я могу туда в конец отмотать, взять, а, соответственно, последнее Нет. Это данные, не знаю, там, датчика термометра, которые поступают вот каждую секунду. Да, и вам нужно, не знаю, последнее число в течение этого дня, там, условно, да, записать первым. По-любому, вам надо его дождаться, а вот это все куда-то складировать. Вообще вариантов нету. То есть вам придется да, запоминать вот эти все числа, создавать как такую структуру данных, ну, массив, либо в нашем случае питоновском список, в котором мы будем это дело эпендить. Здесь есть два варианта. Если мы заранее знаем его длину, то что? Ну, мы сразу можем его заготовить, условно, лист range n-1, да, ну, он будет заполнен там числами, ну, главное, длина уже подходящая, а потом его заполнять по ходу. Вариант номер два, создать пустой и заполнять его <coughs> при помощи метода append для списков. Он уже звучал или еще нет? Да. Списки изменяемой длины в питоне, они динамические массивы ссылок, именно ссылок, потому что тип... Uh, у каждого элемента может быть разный, потому что элемент, суть, на самом деле ссылка на объект. Они не хранятся в самом списке элементы. Да, и мне кажется, что немножко я вам про это говорил, про ссылочную модель. Нет? Да, говорил. Очень хорошо. А теперь поехали дальше. Это было на второй лекции, когда мы про ссылочную модель обсуждали. Итак, значит, вариант номер три через генератор. Ну, в данном случае мне это будет даже проще, Uh, ну, я давайте все-таки сделаю так, я создам этот временный условный список, темп, а только теперь темп, это список, и поехали, for i in range, соответственно, но n-1 раз, мне нужно заложить в темп, ну, условно, я сейчас считаю это число и запихну его в список при помощи пенды. Здесь не принципиально. Я постепенно расширяю эту область памяти или сразу захвачу ее в нужном количестве. Главное, что к концу вот этого считывания я вот это все должен запоминать, запоминать, запоминать вот, вот этот вот массив, то есть отожрать памяти, вот сколько вот их есть. Да. Потом я это единственное конкретное число считываю и тут же могу его шпульнуть на экран, потому что, ну, на экран, в поток вывода. Да. Потому что оно, вот оно, да, ага, я его дождался наконец-таки, да, после чего я из вот этого большущего кармана достаю все эти числа, да. Я специально генератор не писал, именно для того, чтобы вот цикл показывал вот эти вот, вот это вот бум-бум-бум-бум-бум, запоминаем. Да, то мы понимаем, что здесь вот N операции, здесь вот N операции, еще раз. Нет, ну это еще раз, это не, не меняет принципиально там асимптотики по скорости. Это меняет асимптотику по памяти, как говорится. Емкостная сложность. По... А, сейчас я не помню. Короче, сложность по памяти. Сколько памяти нужно моему алгоритму? И ответ. Здесь, извините, мне потребуется а, O от N. Ну, N-1, это O большой от N. То есть оно симпатически пропорционально количеству элементов, да, и теперь, пожалуйста, я печатаю эти самые tmp и Т. Да, доступ в квадратных скобках к элементам. Итак, вот появляются задачки, да, в которых использование списка массива является неизбежным, от него не деться никуда. Соответственно, это не единственный случай. На самом деле, Наличие списков или массивов, еще раз говорю, по возможности можно избегать. Ну, то есть это, хотя, опять же, когда вы работаете с компьютерами современными, то их возможность и мощность такова, что люди сильно не задумываются. Скорость самого программирования, скорость создания кода, она больше, большее значение имеет. Я мог бы привести еще задачку по распечатке последовательности в обратном порядке она тоже понятное дело напрямую связана с необходимостью все запомнить, да такая получается зависимость по данным. Но давайте рассмотрим что-нибудь чуть-чуть поинтереснее. Например, посмотрим на такую задачку, которая известна из школьной математики, называется алгоритм, точнее решитор И вот Его на математике проходят. Вот а в чем его идея? В том, что у меня есть э Некая таблица всех натуральных чисел, кроме единицы, начиная с двойки. Давайте я сейчас подумаю, где мне это дело писать. Я, пожалуй, слева начну. <связать> Снова разделим. Решетой ротосфена. Сейчас для меня это некий будет пример того, как я могу ну, красиво использовать массив. И мы сразу обсудим, а что должно быть в этом ну, массиве списке, да.

Значит, мы как бы насыпали туда числа и будем их сейчас протряхивать, чтобы вытрясти все лишние, все составные числа, останутся только простые. Значит, мы берем первое число, которое не зачеркнуто, объявляем простым. Потому что оно не делится ни на одно число, ну, кроме единицы, которую мы не рассматриваем. Да? На единицу делится все, поэтому как раз оно тут и не участвует. Значит, меньше него нет ничего чтобы его делило, поэтому мы говорим, оно простое. Простым называется число, у которого нет нетривиальных делителей. Тривиальными делителями называется единица и само число. Вот. Значит, у двойки нет нетривиальных делителей, оно простое. Но дальше я должен сказать, давайте все кратные ему зачеркнем. Соответственно, я с шагом 2 должен пробежаться. Это не обязательно так громко объявлять. А то я сейчас закрою, выставлю и закрою дверь. Заходите тихонечко. Итак. Короче, смысл в том, что я зачеркиваю каждое второе число. Да? После этого эти числа все выбраковываются. Они делятся на два, значит, они больше тут не участвуют. Берем троечку. И берем, начинаем зачеркивать, соответственно, объявляем ее, то есть шаг алгоритма сделан. Да? Ищем первое число после двойки, которое у меня не зачеркнуто. Нашли тройку, сразу же говорим, она простое число. Да? Она раз не зачеркнута, значит не делится ни на одно число меньше ее. И кратно зачеркиваем еще раз. Но обратите внимание, что шестерку я зачеркиваю почему-то уже повторно. Да, сейчас объясню почему. Девятка, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. Замечательно. Двигаемся дальше. Составное. Не берем его. Пятерка объявляем простым. Поехали. Десятка, повторно зачеркиваю. 15, повторно зачеркиваю. 20 повторно зачеркиваю. То есть я реально, получается, ничего не делаю да, полезного. Первое реально зачеркиваемое число 25. Ну, интересно, есть какая-то связь между пятеркой и 25, правда? Угу. Ну, дальше а там надо все аккуратненько черкать, потому что там дальше так не предскажешь. А дальше семерка. Вот в этот момент, на самом деле, по-хорошему можно останавливаться. Если суметь понять, почему я зачеркнул 25 первым. Почему 25 было первое реально зачеркнутое число? То можно будет понять, почему дальше можно не трясти больше решето. Сито, как бы, да? Почему можно дальше ничего не делать? Все незачеркнутые числа являются простыми. Давайте попробую напомнить. Это, в принципе, вы как раз должны бы понимать, но я на всякий случай напомню. Дело в том, что любое число, которое является составным, обязательно раскладывается на два числа, каждое из которых не является единицей. Но давайте сейчас даже это не важно акцентировать, да, что это не единица и х. Но, не теряя общности рассуждений, я скажу, что а меньше либо равно b. Ну, почему я так могу сказать? Потому что всегда два числа либо меньше, либо больше, либо равны друг другу. Да? Давайте меньше либо равны друг другу. Назовем а, больше либо равны, соответственно, Б. Вот и все. Если что, переименуем их назад. А теперь я к этому неравенству домножу его на а. Тогда у меня слева получится а квадрат, а справа получится а умножить на b, то есть само число x. Таким образом, окажется, что у меня а меньше либо равно корни из х, где а меньший из двух делителей. Если же я домножу это дело на b, то у меня получится а умножить на b слева, то есть x, а справа b квадрат. B квадрат. Таким образом, отсюда будет следовать, что больший из двух делителей больше либо равен корню из x. Более того, у меня делители а и b являются друг другу по сути парочкой, сладкая парочка. Да уж если число раскладывается на 2, на 2 сейчас, да, именно на пополам, половина, один фактор, другой фактор, да, два множителя. вот. Соответственно, они друг другу парные. И, что забавно, они друг от друга, да, вот если я возьму число, все числа от 1 до некоторого числа x. Да? И поставлю здесь иррациональное, вполне возможно, что иррациональное число корень из x. Так вот, получается, что у меня два диапазона, в которых прячутся делители. Меньшие и большие делители. Когда вы делаете тест простоты, когда вы хотите проверить число на простоту, вам надо доказать на самом деле тест простоты является маленьким доказательством, маленькой математической теоремой для конкретного числа. Вам ваша задача доказать, что у числа нет нетривиальных делителей в диапазоне от двойки, да, ну нетривиальные делители начинаются с двойки, заканчиваются x минус 1. Да, вот этот вот диапазон, это там, где они нетривиальные. Потому что единица и само число это тривиальные делители. А вот эта зона, где они нетривиальные. Почему вам достаточно проверять до корня из числа? Почему в тесте простоты нам достаточно доказать, что делителей нету вот тут? А, конечно, этот промежуток намного меньше, чем он тут. Абсолютно верно. Ему соответствуют конкретные. Делители ходят парами. Их всегда четное число, кроме той конкретной ситуации, когда x является полным квадратом, то есть корень из x целое число. Тогда он сам себе пара как бы, да, то есть, вот, на ну, x равен условно а квадрат, ну, где а равно b. Да, ну, вот это единственная ситуация. В этом смысле подсчитать количество делителей, опять же если вам понадобится эта задача, она аналогична тесту простоты, только вы не останавливаетесь, как только заметили первый, первый делитель из вот этого диапазона, который поделил его. А вы продолжаете долбить, соответственно, до корня из x, не включительно, и суммарное подсчитываемое количество домножаете на 2, потому что, ну, как есть, всегда есть противоположный делитель, да? И отдельно проверяете, не является ли случайно это число полным квадратом. И если оно является полным квадратом, то еще один делитель, ну кратный, но извините, он один. Да? Вот. Он, делитель это ну, некий вот множество чисел, которые делят число. Не, не может одно число в множестве присутствовать дважды. Да? Множество ⁇ это такая штука, в которой, уж если ты в него попал, то ты попал в него единожды всегда. Да? Так, ну что же, значит, с а, вот этим мы разобрались, и теперь вопрос, а почему же все-таки первое зачеркнутое число было 25? А, а все числа, которые делятся условно на 5, да, 5 умноженное на b, да, они как выглядят? Ну, условно, либо это а умножить на 5, да, либо 5 умножить, ой, а умножить на 5, либо 5 умножить на b, да? Я специально сейчас разделю, назову буквой А те коэффициенты, которые меньше 5, Б те, которые больше 5, и отдельно возьму 5 квадрат. Хотя понятное дело, что это все равно один общий случай, я мог бы в принципе записать некое там n умножить на 5. Да? Вот. Но, послушайте, вот здесь я перебираю разные А, которые меньше 5. Исходя из последовательности действий в решете ротосфена, а решетор ротосфена, это в чистом виде как раз классический императивный алгоритм, в котором мы последовательно должны действовать. Нельзя ускорять. Тут вот вопрос о а распараллеливании очень сложно стоит. Можно? Ну, так, сомнительно. Смысл в том, что у меня вот эти числа, где а, собственно, меньше 5, да, вот такие числа, они уже 100% зачеркнуты. Если они там составные, то для них существует делитель меньше 5, а именно 2, 3, 4. И он точно, они точно уже зачеркнуты. Поэтому нам надо зачеркивать, начиная с пятерки в квадрате. Это первое реально зачеркнутое будет число для простого числа. Вот в этом рештиратосе будет первое зачеркнутое, начиная с числа простого числа в квадрате. Ну, а дальше, извините, да, до конца решит, а, ну, а там, откуда ты знаешь, вот это Б составное оно ну, или простое. Ты, ты же еще не знаешь, про, ты же постепенно двигаешься к числам, узнаешь, простые они или составные, постепенно. Поэтому вот так вот. Ладно. Значит, а, и поэтому для семерки первое число, которое нам придется зачеркивать, какое? Оно уже за пределами. То есть уже все, все зачеркнуто. Поэтому нам остается только констатировать, что все, что осталось, это простые числа. То есть у нас есть такой дополнительный фактор останова. Да. Кстати, вот здесь есть такие числа интересные, как, например, 11, 13, 17, 19, 29, 31. Мы с Тамарой ходим парой. Довольно большое количество чисел простых ходят парочками. Я не знаю объяснения этого эффекта, но даже на очень больших диапазонах все равно встречаются парные простые числа, хотя это не закон. То есть они вот есть некоторая в этом какая-то логика, не так уж просты простые числа, как говорится. Предсказать их появление да, довольно сложно. Вот где-то там вот простое число. Отдельную сложность представляет из себя генератор больших случайных простых чисел. Они там редко встречаются на очень больших масштабах. А задача эта насущная, потому что от этого зависит алгоритм RSA. Нужно, чтобы простые числа для генерации ключа RSA, защищенных соединений, цифровых подписей, нужно, чтобы эти числа были случайными. Это отдельная тема. Мы сейчас трогать это дело не будем. Значит, а что я хочу потрогать? Значит, поскольку тест простоты в целом вы на лабораторной работе уже делали, вот. Я хочу только обсудить, а насколько эффективно решать... Да, что это сфена, понятное дело. Мы сейчас его обсуждаем математически, да, я ничего не программировал. Мне бы сейчас запробовать его, да. Вот. Но перед этим давайте мы обсудим принципиально, а что нам надо хранить? Нужен ли здесь массив? Ну, список. Обязательно. А почему? Потому что мне нужно помнить статус зачеркнутости числа. Сами числа хранить не надо. Сами числа хранить не надо. Мне достаточно хранить факт, зачеркнуто, не зачеркнуто. То есть само значение, которое в нем будет храниться, это логическое, булевское значение. Да? Как, я его, как я изначально буду предполагать туда? Да, то есть я некоторого вот сиев назову это, решето. Значит, и положу туда что? Ну, допустим, мне некоторое число n сказали, да, какого размера мне требуется решето. То есть какое вот максимальное потенциально простое число я хочу тут на, на это насчитать. Ну, я говорю, что вначале они не зачеркнуты. Поэтому я как бы предполагаю изначально, что они все простые. Самый простой вариант сейчас это сделать. Это true. Да, и умножить это дело на n плюс 1. Зачем мне это надо? Да я хочу обращаться к статусу зачеркнутости ровно по сив от в квадратных скобках число. А, правда, ячейка 0 для нуля и единичка для единички у меня будут совершенно бессмысленными. Да? Они не являются простыми, хотя у меня в массиве будет здесь в списке будет true валяться. Но я я просто понимаю, что они как некие барьерные элементы, которые на самом деле даже не барьерные, они просто не нужны, туда, не надо туда смотреть, что там, ой, там true написано. Ладно, значит, э, как теперь я буду действовать? Значит, большой цикл должен будет бежать по, значит, я назвал эти числа x, значит, по x, начиная с двойки, начиная с двойки, и до тех пор, пока, ну, слушайте, я не буду сейчас корень писать, Потому что вычисление корня, оно в каком-то смысле сложнее, чем вычисление этого. А с другой стороны, можно малофор написать, но там тогда округлять надо, не хочу. Я сделаю так, пока x в квадрате, x умножить на x, меньше либо равен, чем n. Да? То есть я по n включительно, да, вот пока x в квадрате меньше либо равен, чем n, да? я буду продолжать трясти свою решету. Да, то есть для такого x еще надо будет пытаться зачеркнуть, что я буду делать? Если у меня этот x не зачеркнут, да, как я это узнаю? Если сив от x, соответственно, true, ничего более глупого, чем писать вот так вот, мне не удается придумать. Почему? Почему это прикольная несусветная глупость? Расскажу. Но если вы немножко из школы знакомы с алгеброй логики, то вы, наверное, знаете, что есть атомарные высказывания. Да? Вот давайте предположим, что кто-то на заборе написал «Печка дурак. Это атомарное высказывание, да, которое может быть истинным, может быть ложным. Может он дурак, может не дурак. Ну, к психиатру сводите. IQ измерить. Ниже 70. Назовем дураком выше 70. Ну, уже там ничего, погранично, средний, нормальный интеллект. Ну и условно, да. Есть высказывание. А теперь смотрите, раз это высказывание написано на, э, это, на стене, то человек, который его написал, считает его истинным. Ну, наверное, да. А теперь представьте, что если я приду, возьму это в скобки и скажу, напишу, равно правда. Да? Но я же здесь, по сути, говорю, Петька равно дурак, да? А я здесь сравниваю, собственно, это высказывание с правдой, да? А кто сказал, что само то, что я тут написал, что это равно правда, это правда, ведь это же нужно как-то высказаться, проверить, что это правда, да? Давайте обнимем это и еще раз скажем, что это точняк. Да? но ну, что то, что вот, а это правда, но это правда, что это правда, это правда, что это правда, что это правда, это правда, что это правда, что это правда, что это уходит до бесконечности. эту э, цепочку лучше размотать назад и сказать, да, что да будет слово ваше, да, да, нет, нет, да, как сказал Иисус Христос, не клянитесь вовсе. это да, да, будет слово. вот если уж мы высказывание пишем, то оно логическое само по себе да, оно уже либо правда, либо ложь. Нет смысла его сравнивать с правдой. У меня сив от x это уже логическое значение. Зачем? Оно и так либо true, либо false. Если оно true, то его сравнение с true будет true. Если оно false, то его сравнение с false будет false. Это бессмысленное дополнительное действие. мне не надо. Я вот спрашиваю, если так вот в работе вижу, спрашиваю, а давайте еще напишем, почему у нас же сверить результат либо true, либо false, надо же сверить. Человек потом понимает. Поэтому с логическими значениями, флажками или массив логических значений, вот прям так и пишем. Понятно? Никакого сравнения. Оттуда просто достанется булевское значение. Ладно. То есть, короче, если оно простое, то, что оно простое, гарантируется последовательностью действий. Да? То, что я последовательно иксы буду проходить снизу вверх от младших к старшим. Что я делаю, если оно простое? Я бегу по всем, начиная с, собственно, x квадрата. Да? Я могу это, в принципе, сделать в цикле for. For, ну, давайте n в диапазоне начиная с x умножить на x, заканчивая n включительно. Но я эти все числа должен зачеркнуть. То есть присвоить туда сив от n равно false. Это вот мое пробегание с зачеркиваниями. Если оно не является, да и если оно являлось в любом случае, я должен перешагнуть на следующий х, чтобы проверить, не простой ли он. То есть х да, плюс равно 1. Да? Перешагиваю на следующий. Но можно было бы сказать, что я дурила, проявляю, проверяю все время четные. Можно ускориться, да, можно оптимизировать, двойку зачеркнуть, а потом бежать плюс 2. То есть проверять только 3, 5, 7, 9 и так далее. Но слушайте, я сейчас не буду обсуждать. Да, можно там условно в два раза ускорить, но сейчас меня это не очень интересует. Понятно? Так. Собственно, вот он, алгоритм да, решетарь-то Как видите, еще раз, здесь у нас тоже массив, ну, в нашем случае список, является неизбежностью. Да. Значение, в нем хранятся не числа, а логические значения, а число, которое имеет смысл, оно является индексом доступа. То есть индекс, это собственно то число про которое речь. Да. Получается, знаете, что напоминает? Битовую маску. Есть растровые изображения, которые чисто черно-белые, несмотря на то, что сейчас у нас там полиграфия и все такое, да, вот такие изображения, они продолжают иметь смысл в типографической издательской деятельности, знаете почему? Потому что они, их печать обеспечивается максимальной, с максимальной четкостью, ну, ты берешь любую краску, и у тебя вот эта битовая маска, да, вот буквально нолики-единички, да, либо есть краска, либо нет краски. Она с максимальным разрешением. Не нужно растеризации, что-то там. Вот. Вот, вот, вот так. Значит, надо сказать, что результат, если я распечатаю свой массив, мне не понравится. В нем не будет чисел. То есть смысл делать принцип абсолютно нету. Чтобы результат увидеть, мне понадобится сейчас сделать некоторое ну в, в, вытягивание информации меня, например, интересует множество простых чисел. Я вам про множество уже рассказывал. множество или еще не звучали множество. сет. Давайте так. Я сейчас я сейчас это сделаю очень коротко, не вдаваясь в подробности, потому что они, по-моему, позже мы их аккуратненько введем, не торопясь. А сейчас я просто сделаю, чтобы оно было ну, красиво. Множество простых чисел. Чем будет хорошо множество? То, что в нем поиск очень быстро происходит при помощи оператора in. Быстрее, чем в списке. В списке надо бежать от начала до конца, а в множестве он неким образом, будем считать магическим, так раз, и сразу говорит, есть там число или нет, даже если там миллиард чисел неважно. Сейчас я вот просто произнес, потому что ну, понятно, что множество математики, они как-то вот ради этого и есть. Да? Питоновский сет, он очень похож на множество математики. И так же, как, кстати, в множествах математики нет порядка. Да? Вот множество, оно не Да? Вот, ну, естественно, беспорядок да, некий. И это нормально, хорошо и полезно для скорости поиска, как-то не странно. Но сейчас пока давайте вот что я сейчас делаю. Меня собственно интересуют простые числа. Назову это множество primes. Как я его сейчас буду делать? Я назову его set. Да? Я специально, я могу загнать это в генератор, и оно будет так красивенько. Но я сейчас вначале сделаю циклом, а потом напишу все-таки генератор. Итак, что я хочу сейчас сделать? Пустое множество вот так задается. Но оно изменяемое, поэтому туда можно будет делать add, 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 их туда добавить. Я побегу по всем числам, но не по всем. Как я помню, 0 1, там вранье лежит в моем решете. Неправда. Поэтому я побегу только начиная с двойки, но до n включительно. Что я собираюсь делать? Если у меня, собственно, сив от x, то тогда в мои простые числа primes нужно этот x добавить. x. По итогам у меня primes будет наполнен простыми числами в этом диапазоне. Парочка вопросов есть. Ну, а давайте перед, тем, перед, этим я напишу генератор так называемого множества, ну или set comprehension. Это списковое включение только для множества. Так вот, оно будет выглядеть как? Типичная ситуация, да? Я кладу иксы из некоторого итерируемого объекта по некоторому критерию. Что я делаю? Primes равно, только я делаю в фигурных скобках вместо квадратных. Если я сделал квадратными, будет норм, только будет список. Я хочу множество. Я говорю x for x in range 2, n плюс 1, потому что хочу по n включительно, да. А, собственно, решето как некая маска доступа к вот этому диапазону чисел. Да. сами числа запоминать не надо было, они они так шли подряд. Да. Мне нужно было только запоминать маску доступа к ним. Соответственно, if sieve от x конец генератора. Это сокращенная форма, в которой сразу создаю новое множество или, если я квадратными, то список, да перебирает терриром объект, применяя какое-то действие, ну мне не надо сейчас применять никакое действие, я их просто сюда беру сами числа, но сив от x является брать, не брать, брать, не брать, оно не оно. Так, последнее, что осталось обсудить про решетор это это асимптотика. С какой скоростью будет происходить у нас поиск простых чисел? Смотрим. Нам надо будет перебирать числа до корня из n, да, то есть у нас до корня из n нужно будет перебирать все числа, да? все x -ы. от двойки до корня из n. Ну то, что там от двойки, если n большой, это уже не принципиально. Да? И для каждого числа, если оно оказывается простым, мне понадобится пробегать сколько, а, ну Тут оно зависит от числа, числа будут расти, диапазоны прыжков будут увеличиваться. Ну условно n разделить на, э, я условно сейчас это будет неточная сейчас оценка, но ну, ну, вот можно попробовать сказать, умноженное на n разделить на э, n пополам. Это не совсем правда, еще раз говорю, потому что там на самом деле числа. Правильно ли это будет? Сейчас, на секундочку. N раз, но они все реже будут. Нет, мне прям сложно это оценить на самом деле. Сложно оценить. Потому что вот этот пробег, он будет все меньше числа, как он будет все реже делать. Но еще и частота. Надо сейчас учитывать математическое знание о частоте простых чисел с ростом скажем, диапазона, где, где, откуда мы их берем. Нет, я, пожалуй, все-таки не рискну. Если я сейчас напишу n пополам, у меня сократится, я так, о, корень за... Нет, это будет неправда. Это будет не совсем правда. Но, что я могу сказать? То есть, ну, условно, да, я сейчас, вот, я, я к сожалению, не, не знаю доказательства, доказать сейчас не смогу. Но, условно, допустим, я зачеркивание делаю за счет вот этой оптимизации, что я могу раньше остановиться. У, условно, допустим, n. Да, допустим, n, если я это даже сделаю быстрее, мне это не поможет, не обрадует. Почему? Потому что мне все равно их потом оттуда выколупывать. Нет, правда, я, конечно, могу так и остаться пользоваться сив от x, который, по сути, будет мне возвращать информацию, простое число непростое. Только это очень некомпактный способ хранения. Мне эти числа все реже и реже и реже встречаются для больших чисел. Вот. И э, лучше уж хранить сами числа простые, чем э, вот, про каждое число, про миллиарды, миллиарды, триллионы чисел, каждое число хранить. Да, нет, да, нет, да, нет. Это не будет выгодно. Они очень редко потом начинают встречаться. Поэтому лучше уж хранить сами числа. Хотя, опять же, большой вопрос: с какого именно момента это станет более экономно, чем хранить булы. Ну ладно, оставим этот вопрос за скобками. Но вот эта расшифровка, она все равно потребует вот этого range, да, пробежаться по каждому числу. То есть плюс n. Так что, даже если я бы тут что-то загнал и сделал быстрее, то, что то лучше сильно не будет. Но это, надо сказать, если вдруг у нас получится O от n, это будет хорошо но сложно сказать. Да? Тест простоты для одного числа будет часто эффективнее, потому что у него асимптотика о от корень из Там нам достаточно пробежать только для одного числа. Понимаете, да? Поэтому получается, что решето эротосфена оно является, ну, красивым алгоритмом, который показывает суть и логику как сказать, простых чисел, как вот они вот... Мы, мы вот про делимость поговорили, но в реальности его для поиска простых чисел обычно не используют. Вот. То есть в алгоритмах типа там, RSA, например, да неким образом генерируют числа, вероятно, случайные, и на каждое из них натравливают непростое ли оно натравливает тест простоты. А для скорости проверки существует, между прочим, вероятностный тест простоты. Он называется тест простоты Ферма. Для нескольких чисел вычисляется некая простая очень формула. Я сейчас не буду это вспоминать, доставать. Меня, мне нужно дальше сейчас двигаться. Вот. Но если число там дает, вот это вот вычисление, дает остаток равный 1, то оно вероятно простое. То есть у простого, но там для любого парного к нему числа дает остаток 1. Ну, парного. Для любого числа а, условно число x, должно давать при делении на нечто остаток 1. Вот. Ну, соответственно, есть числа, которые обманывают этот тест, вероятно, тест простоты. Они называются числа Кармайкла, они как, как бы такие, они составные, но при этом вот они, этот тест простоты полностью проходит, даже если вы проверили для любых чисел. Реально тест простоты Ферма используется как вероятностный тест а, при помощи нескольких таких вот раз-раз, о, кажется простое, а уже потом запускается настоящий тест простоты, который вы писали на лабораторной работе, уже для доказательства простоты. Потому что, не дай бог, вы в ключик RSA вставите непростое число. Алгоритм не будет работать. Шифрование не будет работать. Вот, поэтому это очень-очень важно, чтобы там в алгоритме RSA было в ключике два простых числа. Собственно, кстати, чем отличается приватный ключ от публичного ключа? Вся особенность алгоритма RSA. А в том, уж простите, я сделал некоторую маленькую ремарку к условной защите информации. Существует шифрование симметричное, когда Алиса и Боб хотят обмениваться сообщениями. Алиса и Боб имеют канал связи, но, к сожалению, этот канал связи перехватывает. Чарли, обиженный ревнивец и злоумышленник. Соответственно, у него есть возможность подслушивать, а не дай бог еще изменять сообщение. Значит, ну, давайте сейчас про возможности его подслушать. Они не хотят, чтобы их переписка была подслушана. Они там письма, конверты розового цвета пересылают. Да, знаете, по-моему, в Италии, могу ошибаться со страной, письма розового цвета, конверты розового цвета, не вскрывает цензура. А с остальными письмами, там, условно, каждое десятое письмо там, вскрывают и прочитывают, там, на всякий случай. Я слышал про такое, к сожалению, сейчас без, даже без страны. А, а письма с конвертами розового цвета ⁇ это любовная переписка. Она не подлежит цензурированию. Вот, значит, ну вот, вот они хотят, чтобы Чарли не прочитал их сообщение. Значит, что они должны сделать? Они должны применить механизм шифрования, то есть есть, давайте, message, да. Соответственно, нужно применить к нему некий механизм шифрования, пропустив его на этом этапе Алисы да, через некую функцию f и получится encoded message, зашифрованное сообщение, да. Соответственно, зашифрованное сообщение передается уже по условной сети. Да? А Боб его может прочитать. Для этого он должен из зашифрованного сообщения, применив функцию противоположной направленности, вычислить, собственно, месседж исходный. Ну, месседж штрих, но он должен равняться месседжу исходному. Если нам Чарли знает эту функцию шифрования, да, то он за долгие, нудные вечера к ней обязательно подберет функцию расшифрования. Поэтому надо сделать так, чтобы это, это, этих функций было много. Да? Ну, вот, например, известный механизм шифрования шифр Атбаш. Это «ш Ая. Ая. Только по-еврейски. Это очень древний шифр. Он вот, ему лет, условно, там, 3000 примерно. Вот. заменяем букву А на букву Я, букву Б на букву Ю, букву В на букву Э. Только там это тогда на древнеарамейском было, да, ну, условно, можно представить себе на иврите, да, можно на английском, можно на русском, да, вот, вот на противоположные. Да? В этом случае у нас этот алгоритм, ты, вот если ты знаешь, какой механизм шифрования применяется, все ты вскрыл, На Чарли все знает. Поэтому что делается? Делается такой алгоритм, который зависит от ключа, да, от ключа. Он параметризован ключом. То есть мы пропускаем в эту функцию сообщение и даем пароль. Ну не пароль, а ключ. Пароль немножко другая штука. Сейчас вот ключ меня интересует. Потому что пароли... Их если это чисто математическая функция, то эти пароли перебрать бы ничего не стоило. Пароль он особенно тем, что у вас там какая-то автоматизированная система, которая смотрит сколько раз вы будете пароль, начинает замедлять. Поэтому не, это не пароль, это ключ. И этих ключей должно быть так много, да, чтобы Чарли реально задолбался их перебирать. То есть, чтобы вычислительными его способностями, даже с суперкомпьютером текущего времени, а лучше даже с опережением сыграть, если я хочу, чтобы они через год, через два, через три, он все равно не скрыл там, да, и даже через 10 лет. Это очень важный момент, через сколько лет я хочу, чтобы он не сумел прочитать зашифрован сообщение, перехватил, все записал, но расшифровать не может. Да? Чтобы он на своем супер-пупер компьютере, да, даже с потенциально увеличивающейся мощностью, не смог вычислить вот эту функцию f-1, известную ему для всех возможных ключей. Да? То есть алгоритм шифрования, алгоритм расшифрования известен, но они параметризованы ключом, да? чем плох шифр Цезаря. Знаете шифр Цезаря, слышали? На три, да. Гай Юлий Цезарь на три буквы смещал по алфавиту циклически, то есть условно буква Z заменяется на букву A, B, C на C, да, Y на B, соответственно, да, там, ну и так далее. То есть как бы да, A на D, B на I и так далее. Ну я сейчас условно в латинском алфавите. Значит, эм, так вот. Чем он плох? Ключей мало. В английском вообще 26, да? ну, в русском 33. Но перебрать с разным вариантом сдвига ничего не стоит. Ключей мало. Надо, чтобы множество ключей было так велико, чтобы Чарли задолбался это делать. Да? Просто банально вычислять эту функцию, вот это сообщение, да, чтобы свериться, О, это разумное сообщение или не разумное. Вот. Так что, короче говоря, есть некая такая фишка. Значит, простите, я сейчас чуть-чуть глубоковато ухожу, но это все равно на пользу вам, это точно на пользу. Значит, теперь что дальше? А, допустим, у них это есть. Но как ключ попадет от Алисы к Бобу? Если у них есть возможность встретиться тайно, где-то лично, защищенный канал связи, пусть очень медленный. Да, или вот редко, да. но они могут обменяться ключом так, что Боб их не видит, не слышит, супер, окей, все нормально. Если алгоритм не имеет каких-то побочных способов взлома, а использовавшийся шифр моноалфавитной замены, у которого достаточно большое множество потенциальных ключей, но а, у него есть частотный анализ, про который сейчас будет идти речь. Вот, и он взламывается сбоку, что называется, без знания ключа. Вот, мы просто его как бы добываем, исходя из статистического анализа шифротекста. Вот, а в ситуации с Сейчас оценю время. Да, двигаемся. Если у них нет запасного канала связи, могут ли они суметь установить друг с другом защищенное соединение, чтобы Чарли не смог их подслушать, если у них другого канала связи нет, то есть ключ их взаимодействия придется как-то передать здесь. При этом изначально никакого общего ключа у них нет. Алгоритм, окей, да, пожалуйста. Что они могут сделать? А? Чем? Шифровать ключ хорошая идея, но чем? Давайте сделаем сейчас следующую историю. Я сейчас развернем эту историю слегка. Итак, есть Алиса, есть Бог. Да? У них вот он канал связи, который подслушивает волшебный наш Чарли. С большими ушами. Итак, значит, что у нас делают? Боб публично на всю Араву говорит, ребята, ключ шифрования вот такой. Ключ шифрования, назовем его Кей-пуб. паблик. При этом, у него там в кармашке и только у него, и больше ни у кого. Давайте я назову не ки, а ка. Ну, чтобы коротко и понятно было. Капам. Да? А у него есть еще каприм. В чем особенность? Если вдруг на, у меня шифрование сообщений происходит по одному ключу, это encoded message, шифротекст а раз шифрование происходит по другому ключу, то есть я месседж исходный восстанавливаю по приватному, то если я знаю публичный ключ, я могу зашифровать сообщение, но расшифровать не могу. Особенность здесь в том, что мне нужна такая, такая функция, у которой, имея публичный ключ только, я не могу догадаться о приватном ключе, потому что сам алгоритм-то он известен, да? Но вот этого вот взаимодействия, мне известен публичный ключ, а приватный ключ, а хрена тебе. При этом, имея приватный ключ, я легко могу сгенерировать публичный ключ. И вот оказывается очень несложный алгоритм. Ну да, там еще раз, генерация ключей отдельно имеет сложности, но сам алгоритм на самом деле не очень сложный. Я сейчас не буду его воспроизводить, называется он RSA. Это именно тот алгоритм, которому угрожает появление квантовых компьютеров. Но именно на этом алгоритме основана большая часть систем современных асимметричного шифрования. Это называется асимметричное шифрование. Итак, Давайте проиграем до конца эту сценку теперь. Боб говорит всем, вот мой публичный ключ. Алиса генерирует у себя ключ шифрования уже симметричный, потому что асимметричное шифрование, оно медленное по сравнению с симметричным и не такое в каком-то смысле удобное. Им надо поменяться симметричным ключом, но сделать это тихонечко. И так она делает, изготавливает ключ, который никто не знает пока, да, его берет как сообщение, да? берет, кладет его как сообщение, да? и от этого ключа вычисляет при помощи публичного ключа Боба, да? при помощи это Алиса, давайте вот напишу, а это Боб. Вот. При помощи публичного ключа Боба уже делает шифротекст. Да, это у меня, соответственно, е ее ключа. Ну, то есть уже шифротекст ее ключа. И совершенно свободно, понимая, что это сообщение будет подслушано, Чарли посылает, собственно, этот зашифрованный публичным ключом Боба ключ симметричного шифрования, да? Чарли перехватывает зашифрованный ключ их симметричного шифрования. Но не имея приватного ключа Боба, он не может расшифровать его. А в РСА приватный ключ содержит два больших, больших простых числа. Ну, там еще кое-что, там немножко, но это самое главное. А приватный ключ содержит их произведение. И специальное число «фи», которое можно вычислить по двум простым числам по отдельности. Но его нельзя вычислить, скажем так, по нему нельзя вычислить их. И по произведению двух простых чисел. Можно ли по произведению двух простых чисел найти сами простые числа? Ну да, разложить на множители. В чем проблема? Разложить на множители. А скорость разложения на множители какова? Бежать до... Ну, не до самого числа, окей. Okay. Ну, условно, до корня из числа, да, до того, чтобы... Тебе точно известно, что их там два. Первый множитель точно левее корня из числа. Но они такие большие, эти числа, что тебе нужно, вероятно, каждое число проверять, а ты не делитель, а ты не делитель. И при любых оптимизациях четные не смотрим. Мы заранее заготовили список простых чисел, но докуда ты его можешь заготовить? До миллиона, до миллиарда, до триллиона? А если это числа, ну, например, 1024 знака, 1024 бита ключ да? То есть 2 в степени 1024 это предельное значение n. Но оно где-то близко, то есть реальное число, которое надо разложить на множители, оно порядка, ну допустим, вот этого. Вопрос, сколько это десятичных знаков? То есть примерно чему это в десятичном характере равняется? Ну, 2 в десятый это примерно 1000, да? то есть 10 в кубе. Ну, это 1024, но примерно 10 в кубе. Ну-ка, здесь 102 умножить на 10. 4 порядка двойки просто забудем сейчас, да? 102 умножить на 10. Значит, это примерно 10 в степени 102 умножить на 3. я вот почти чисто, на самом деле, еще семерочку приписать. По порядку величины. меня просто, вот я 300 напишу. Ну хорошо, я поставлю 2 в степени 512. Пополам меньше. 10 в степени 150 там просто вот никакой не решит, вам не поможет, да? И не попытка раскладывать на множители, проверяя каждое, только нечетные числа, запомнить все эти числа, да? создать суперкластер по хранению простых чисел. Нет, невозможно. Понимаете, да? Ни, одно, ни один носитель во Вселенной не может столько, сколько там простых чисел в этом диапазоне сохранить вселенной частиц меньше <смех> атомов. <смех> вот. Поэтому фишка в том, да, что получается разложение на множители является абсолютно криптоустойчивым до появления настоящих квантовых компьютеров. Как только квантовый компьютер настоящий появятся, ну, в смысле настоящие, в которых будут устойчивые кубиты в достаточном количестве, чтобы провернуть там некий алгоритм, сейчас не помню название, он достаточно известен, потому что это попса, почему люди, которые занимаются квантовыми компьютерами, обосновывают, почему все это классно, почему им надо продолжать заниматься. Одна из причин, потому что, ребят, мы взломаем РСА, мы будем читать всю переписку в мире. Наша спецслужба, наше супергосударство или там, не знаю, кто угодно, мы, что называется, первыми, да, первыми, такой прорыв в свое время случился. Вот такой прорыв, когда все зашифрованные сообщения оказались внезапно в опасности. А наука, которая занимается построением шифрований, называется криптография. Скрыто, скрытопись, переговоря на русский язык, кто не любит зарубежные термины, это тайнопись. А есть... Другая математическая тоже область. Раньше это было в области искусства, а вот начиная с 20 века Клода Шена это стало частью математики, скажем, да, математизированная часть. Это, как вам сказать, криптоаналитика, криптоанализ. Криптоанализ это те, кто взламывают шифры. Да? Криптография и криптоанализ, они друг с другом, дружат. Наука в каком-то смысле одна. Да, криптография развивается вместе с криптоанализом. То есть мы придумывают некий метод взлома шифров, да, мы, соответственно, придумываем какой-то еще механизм противодействия этому. В связи с, опять же, предстоящим возможным появлением квантовых компьютеров а, разрабатываются методы устойчивых к квантовому, соответственно, а, криптоанализу. Вот. Ладно, значит, что я хотел сказать, что был когда-то давно этот, такой как это сказать, перевес, метод шифрования Цезаря просто красив, но взламывается как три копейки. Перебираем, если мы знаем, что это шифр Цезаря, то все. Но мы не можем опираться на то, что он не знает метод шифрования. Это неправильно. Правильно, это вот, чтобы множество ключей было велико. Есть такой метод. А давайте мы заменять будем все буквы А, Б, тра-та, там, Э, Ю, Я, будем заменять на, ну, на какие-то символы, не знаю, на иероглифы, на танцующих человечках, да, как в этом рассказе Шерлока Холмса. Знаете, Да. Ну вот условно, у меня будут танцующие человечки, некий шифротекст. Да? И вот и некий символ. На самом деле, если я их просто банально пронумерую, этих человечков, да, то у меня получится, что по сути 1, 2, 3, 4 и так далее. В каком-то смысле я могу их назвать теми же буквами. Да? Это называется моноалфавитная замена. Моноалфавитная замена. Чем она плоха? Дело в том, что в языках, неважно, русский, английский, вьетнамский, ну, с китайским отдельная проблема потому что там иероглифы. Но там, поди, еще придумай, <laughs> как ты будешь делать моноалфавит на Но каждому иероглифу соответствует <laughs> какая-то другая козябра. Но там можно будет другие, опять же, все равно до некоторой степени можно будет это применить. Так вот, дело в том, что буквы встречаются с разными частотами. Если мы сможем оценить, как часто встречается какая-то буква, то у нас окажется, ну, вот если я нарисую, что называется некую гистограмму, да, у некоторого стандартного текста на русском языке, да, то у меня, кажется, что буква А встречается а там относительно часто, буква Б пореже. Да, я сейчас в количестве штук. Да. буква В, ну, допустим, немножко чаще и так далее. Буква Я, реденько. Ю, не знаю, допустим, там может чуть-чуть чаще. Я не знаю. Я сейчас чисто стандартные частоты знать не знаю, да. Буква К, О, там, почаще. То есть возникает некоторая гистограмма, некий паттерн, скажем так, да. И мы можем померив частоту букв в шифротекстах, то есть идет переписка, Чарли слушает, слушает, слушает. Опа! Вот так люди шифровали моноалфавитные замены, а замен там много. Ну, потому что это, по сути, количество перестановок. Ну, 33 факториал. Это не 2, 34, но много. Да, ну там 26 факториал для латинского алфавита. Много. Ну вот, самый известный случай... Когда одна королева, которая уже была в заточении, но не было никаких свидетельств, что она участвовала в заговоре, по-моему, она шотландская, что ли, была там, как-то вот ее связь с французами, что она что-то покушала с ней, переворот, я, к сожалению, ее фами... это, не помню имени, вот, а, и она переписывалась из тюрьмы. Переписка перехватывалась, она об этом знала, и она пользовалась шифрованием для того, чтобы не прочитывали эту переписку, вот, но, к сожалению, не математическими, но тем не менее вот методами интуитивного взлома да, вот, сумели расшифровать ее сообщение и тем самым доказать, что она участвовала в заговоре и казнили. Вот так вот взломали и казнили человека. Вот. Так что Учтите, шифрование важная штука. <laughs> так что... Ладно, а что я теперь хотел вам рассказать? А как нам осуществить частотный анализ? Дело в том, что частотный анализ, он имеет одно интересное приложение, ну кроме как побаловаться с алфавитной заменой, давайте я сейчас расскажу именно его такое прикладное сейчас для нас значение. Я вам в следующий раз буду рассказывать про сортировки массива, сортировки списков. Конечно, есть стандартная сортировка на питоне, она вот такая классная. Придумал Тим Петерс уже вот в этом веке, в 21 -м. Она является прагматической, быстрой, на месте, стабильной. Супер, я все эти термины расшифрую потом. Но нам надо мозги прокачивать. Нам надо понимать, как, чего и почему. А сейчас я вам расскажу сортировку подсчетом. Частотный анализ является частью сортировки подсчетом. То есть то, что, что может быть использовано для взлома моноалфавитной замены, неважно с какими символами, еще раз мы пронумеруем там, или буковками заменим АБВГД, причем неважно, да? вот, если я только догадываюсь в каком алфавите и какой язык, да, на каком языке натуральным это дело, значит, то можно будет применить. Итак, давайте начнем сортировка по Между прочим, кстати, на сайте коды.орг на сайте коды.орг есть, если поискать там в разделе час Кода, там есть работа не для вообще орг скорее для детей, там на блокле, а есть одна работа, которая не на блокли, ну, там может быть их много не на блокле, но одна работа про взлом шифрования. И там как раз эти частоты все отображаются, ты буковки мышки перекинул туда-сюда, и ты можешь вот реально тексты порасшифровывать. Вот я вам очень советую поиграться с этим. Это прикольно. Я сейчас не буду ни открывать, ни пояснять. Вот, слушайте, знаете, что нам надо сделать? Группу Telegram, в которой будут все э, студенты потока. надо будет сделать обязательно. И э, это. Ну, ты можешь сам как админ создать, меня добавишь сразу, и ребят, они уже там друг друга себя добавляют. Такую локальную, для нас. Не в открытую аудиторию. Ладно, сортировка по счетам. Значит, давайте представим себе ситуацию, что у меня идут числа. Какая система числения? Четверичная. Давайте ограничимся на самом деле можно было бы десятичную. Но давайте сейчас... Ладно, давайте десятичную, я не буду выпендриваться. Внимание, вопрос. Вот у меня n цифр. n цифр. n цифр Соответственно, причем это, соответственно, цифры, да, которые принадлежат диапазону от 0 до 9. Ну, давайте я так напишу, вот так вот, от 0 до 9. Целые. От 0 до 9 включительно. Я хочу отсортировать этот список. Какая скорость сортировки вам известна? Что вам известно про скорость сортировки? Ведь это действие уже нетривиальное. Его за один проход, казалось бы, не сделаешь. Да? Вот их надо перемешивать туда-сюда. Что известно? Известно что-нибудь про скорость сортировки? Ну, про, про сортировка пузырьком школьная, известно? У нее какая скорость? Ну, скажу, квадратичная. Она делает n минус один проход. Ну, для худшего случая. Но а оценивают всегда по наихудшему случаю. Кроме быстрой стартировки, Тони хора. Забудем об этом. Значит, короче, n минус один проход в наихудшем случае. В каждом проходе n минус одно сравнение. Ну, там можно немножко это дело сократить, но не более чем в пополам. Короче, получается, n умножить на n минус 1 пополам. Ну, пропорционально. Короче, от n квадрат. Вот если забыть про эти коэффициент пополам. Вот про некие детали уже младших членов. О от n квадрат. Квадратичное. На самом деле существуют сортировки быстрые, которые добиваются сортировки за скорость n умножить на логарифм по основанию 2 от n. Вот это хорошо, потому что это намного меньше, чем n. И получается, что это уже меньше, чем n квадрат существенно. Ну, условно, у тебя миллион чисел, да, миллион. Здесь шестой. Логариф по основанию 2 от миллиона. Это, извините, порядка 20 тысяч. Это 10, 2 в 10, да? миллион, да? примерно 2 в 20. Логарифм по стороне 2 от 2 в 20, это всего лишь 20. То есть у тебя 20 миллионов операций, чтобы отстартировать миллион чисел. Вот это классно. По сравнению с миллионом в квадрате. Миллион умножить на миллион или миллион умножить на 20. Правда? Чуешь это разницу? Вот, поэтому, да, существует. Мы пока их не знаем, я вас научу чуть позже. Сейчас моя задача какая? Показать вам, что существует алгоритм, который это отсортирует А. Всего лишь за О от Н операций. Б. А. за один проход. То есть мне не придется даже запоминать все эти числа, чтобы их отсортировать. Как? Отвечаю. Мне нужно создать массив частот. Я сейчас пока что напишу это вот просто на доске, а уже потом, как сказать, мы это можем оформить в текст, если мы успеем. Скорее всего, не успеем. Вот я буду сейчас в унарной системе счисления палочками отмечать, сколько раз встречается очередное число. И вот так вот пальчиком, на самом деле я просто вот буду считывать очередное число из потока ввода, Однопроходные алгоритмы, наши любимые, не надо ничего запоминать. Но все-таки массив из 10 элементов нам понадобится. Но в данном случае я буду предполагать, что n велико, а разнообразие цифр мало. Я могу сказать, что оно порядка ну, m какого-то числа. Но оно много меньше n. Да? Вот я из этого буду сейчас исходить. Итак... Поехали. 0 встретился, единичка встретилась, 0, 1, 1, 0, 1, 2. Я прошу прощения, я уже буду только черкать. 3, 3, 5, 9, 2, 2, 3. То есть я, у меня массив счетчиков. Я нажимаю на нужный счетчик, да, глядя на число. Я увеличу, я это, так, я сейчас, что там, девятка у меня мелькнула, да, и 2-2 я щелкнул. Да, тройку щелкал или нет? Ну-ка я теперь проверю. Раз, два, три. Да, восьмерки еще не было. Вот я сейчас здесь. Все, я не буду отвлекаться, а то я потеряюсь и неправильно получу результат. 8, 2, 1, 1 0, 5, 8, 3, 3, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. 7, 2, 2, 8, 2, 0, 9, 8, 2, 0, 9, 1, 3, 2, 0 3, 4, 1, 3, 2, 0, 3, 4. правильно? Ну, у меня в каком-то смысле получилась такая гистограмма частот встречаемости этих цифр в потоке вода. А что такое отсортированный массив, ну, отсортированный список? Что это такое? Мне для этого надо 7 раз. То есть у меня, по сути, возник такой массив, в котором, это так в унарной записано, а так на самом деле. В индексе 0 там 7, в индексе 1 там находится 10, да, в индексе 2 там находится... Что, тоже получается 10? Да, просто поле плотно написано. Значит, тройка встречается 8 раз, четверка встречается 2 раза, пятерка встречается 3 раза. Обратите внимание, тоже интересно, я не сами числа храню в массиве, да? А я, как вот у меня в решете у меня просто факт простой и непростой, да, булевский был массив. А здесь это массив счетчиков, да? В котором у меня количество раз, сколько раз оно встречается, хранится в этом массиве. 2, 3, 5, прошу прощения, да, встречается 3 раза шестерка, 0 раз встречается, семерка, 1 раз встречается. Ну, это индекс я подписываю, но они, понятное дело, не хранятся. Это просто вот факт доступа по индексу туда. Да? Восьмерка 3 раза и девятка 2 раза. Вот этот вот массив частот, да, Назову его буковкой, от слова frequency назову его буковкой f. Да? Я его, по сути, заполнять буду следующим образом. Ну, простите, я сейчас не с потока ввода, я вот так, for x in a, как будто из этого a поступают эти числа. Да? Как я буду поступать? Я буду говорить f от x плюс равно 1. Вот это и есть весь частотный анализ. Правда, чтобы он превратился в сортировку по как и с решетом ротосфена, мне теперь нужно это расшифровать. Мне нужно пробежаться по всему диапазону допустимых цифр. Да? For x in range Начина... Я должен знать этот диапазон. Да? Range в данном случае от 0 до 10 не включительно. Я что должен буду делать? Печатать на экран. Ну, сейчас в поток ввода я буду печатать. n раз. Ну, я сейчас буду делать for k In range. Соответственно, сколько раз мне надо печатать? Ответ. f от x раз. f от x раз я должен напечатать число x. Все, я отсортировал по возрастанию. Они будут выведены по возрастанию в нужном количестве. 0 будет выведен f от 0 раз, то есть 7 раз. Потом. Я сейчас ну, просто чпоку их сейчас не задумываюсь на экран в каждой новой строке. Не, не в этом дело, да, сейчас алгоритм это не меняет. Асимптотика этого алгоритма O от n. Но если совсем честно сказать, то O от n плюс m. Но если m много меньше n, то можно про этот член забыть. Но если это не цифра, а числа от 1 до 1000, например, то он уже, да, плюс 1000. Маленький массив, так, не знаю, в массиве 10 чисел, да, мне его нужно отсортировать, но потенциально возможных состояний у чисел 1000. Мне надо создать массив из 1000 счетчиков, вместо того, чтобы просто массив из 10 чисел сделать, да. Я его начну подсчитывать каждое число, сколько раз оно встречается их там всего лишь 10 штук, да, и они встречаются каждое по одному разу, а в среднем 0 раз. У меня заполненность массива счетчика будет низкая, да, они в основном 0, 0, 0, 0, 0, где-то мелькнула единичка, где-то может 2 случайно попалось, да. И потом при распечатке я тоже буду бежать по массиву, по... во-первых, не по массиву, а по множеству возможных значений моего ключа, да, это тут оно мало, а представьте, что там миллион. Или дробные числа float можно так сортировать? Вообще-то очень неудобно. Во-первых, механизма перебора соседних float чисел нету. Да? Ну, даже если бы он был, перебор, переход к соседнему, к следующему дробному числу, которое можно хранить в памяти компьютер, все равно было бы неудобно. Да? И самое главное, их такое число условно 2 в степени 64. Ну, я с оговорками там какими-то, ну, считайте, 2 в степени 64, 64 бита на флоут. Это очень много. Столько памяти в компьютере как-то. Ну ладно, может, может и, есть. Да, 2 в 6 30 это 3. А, сейчас, на секундочку, 6 u 3, 6 u 3, 18. 10 в степени 18. Нет, столько памяти в компьютере. Столько счетчиков создать не получится. Счетчики должны быть не по одному биту, хотя бы по байту. 250 чисел, а вдруг у вас массив не из 250 чисел, а из, не знаю, 1000, или там 10 тысяч чисел. Надо, чтобы счетчик потенциально мог посчитать до 10 тысяч нащелкать. Да, то есть сам размер счетчика тоже имеет значение. Ну ладно, мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности. Короче, тема интересная. Сам частотный анализ вот он, правда, лучше делать частотный анализ биграм, но про это мы сейчас уже все, это оставим в криптографию. Это нас сейчас не интересует в криптоанализ. А вот а структуровка по вот она. Почему ее не применяют? Она не универсальная. Ее невозможно просто так применить. Для строк, там, для дробных чисел, просто для чисел в большом диапазоне. Неприменимо. Но бывает иногда, она тш, раз и стреляет. Не забудьте про нее. На сегодня все. Пожалуйста, я в следующий раз тестик проведу, чтобы проверить посещаемость вашу. Вот. И мы это учтем на зачете. Потому что как-то, ну, середина семестра, по-вашему, да, сейчас четвертая лекция, пятая середина, у вас всего 10 недель. Вопросы? Предупредите, а что, скрывать от них, что ли? Кто досмотрит запись до конца, тот узнает. Все, спасибо большое, до свидания.